В преддверии Нового года я хотел бы пожелать каждому жителю Калужской области несгибаемой стойкости духа, такого, какой был у города, у жителей города Первомайска, у жителей всех наших городов и поселков все эти 8 лет. Я хотел бы пожелать жителям Калужской области, каждому из них благополучия в их семьях, здоровья, ну и самое главное, мирного неба над головой.